Четвертая книга Моисея, числа, глава 17. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их по коленам, 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его. Имя Аарона напиши на жезле левиином, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать. И положи их в скинии собрания пред ковчегом откровения, где являюсь я сам. И кого я изберу, того жезл расцветет. И так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас». И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их, от каждого начальника по жезлу, по коленам их 12 жезлов, и жезл Ааронов был среди жезлов их. И положил Моисей жезлы пред лицом Господа в скинии откровения. На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндаль. И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым, и увидели они это, и взяли каждый свой жезл. И сказал Господь Моисею, положи опять жезл Ааронов пред ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали. Моисей сделал это, как повелел ему Господь, так он и сделал. И сказали сыны Израилевы Моисею, «Вот мы умираем, погибаем, все погибаем. Всякий, приближающийся к скинии Господней, умирает. Не придется ли всем нам умереть?»